Начинаем с хлеба. Я уже включил. Празднуем годовщину. 14-летие. Батарейку у меня сделай, ребят, простите, пожалуйста. Наших венчаний. Сейчас мы в ресторане Гудман съели по стейку, а сейчас нам делают тартар. Пожалуйста. Добавляют разные вкусняшечки. Масочка. Здравствуйте, Украина. Спасибо. Всем привет. Нам рассказали, как придумали тартар. Кусок мяса кочевники клали под седло, и пока ехали, оно там у них готовилось. Салам. Добавляем? Чуть-чуть. Малейкин. Табаско не надо. Нет, табаско нет. А это потом, да, вот эти вот хлебушки? Хлебушки это уже будет как основной блюдо. Сейчас секундочку, я солнце. Петышина, привет. Давай с вами поболтаем, пока он ушел. Привет всем, ребят. Привет всем. Муж вывел поесть бедную девочку. Теперь расскажи, как тебя муж баловал в магазине. Купил. Ну, муж меня сегодня. Нет, ребят, честно, я ходила по магазину, я была в шоке от цен, которые происходят. Я вообще по магазинам не хожу. Крайне редко бывает. Вот, но сегодня я видела цены и была просто в шоке. Как вам мой стейк? Стейк зачетный? Стейк вообще супер. 3D стейк. Да. И поэтому я в магазине купила только себе один боди. Одно боди. Рубашки. Секси боди. Фотографию могу показать. И все. И поняла, что я больше ничего здесь не хочу покупать. Действительно очень дорого. И я понимаю, что это не стоит тех денег. Качество и цена разная совершенно. Вы пришли поесть самый дорогой стейк. Здрасте, люди. Да, тут есть некоторые стейки прям дорогие-дорогие. Мы выбрали подешевле немножко. Ксюха очень секси. Я в раздевалке видел прям секси при сексе. Я сегодня провел уже тяжелую атлетическую тренировку. Вот она самая. Приятного аппетита. Спасибо большое. Простите меня, вегетарианцы. Я люблю сырое. Спасибо. Люблю все сырое. Вегетарианцы. Я уже поняла, что, наверное, я не буду... Ты сыроед. Да. Ксюха сыроед. Я сыроед. Ксюха сыроед. Спасибо, спасибо, друзья. Мы сегодня празднуем годовщину. У нас венчание было 14 лет назад. И мы вот сегодня по магазинам гуляли и друг другу признались, что нисколько мы не изменились. И как будто нам по 25, и мы такие гуляем, держимся за ручку. Это очень-очень приятно. Только дети подросли все. Дети подросли, только уже с тебя ростом скоро будет. Ну да. Юрцу купили тренировочный костюм. Юрец, если смотришь, у тебя новый костюм тренировочный. Спасибо, ребят. Пьем за нас пивас. Не, вино мы не пьем, мы за рулем пока еще. Пока еще за рулем. Тбилиси, привет. Привет. Домой приедем, там, может быть, еще и накирнем, да, еще и дал-дал сделаем. Я сегодня толкал, а дал-дал ты будешь делать. Да, 14 лет, да. 14 лет венчания. А сколько лет? Мне было 26. Сайпрос. Сайпрос, послужено. Горько, прямо у нас горько-горько. Как свадьба прям. Да. Нормально. Нормально. Как накернешь, начинай перескокивать. Я думаю, да. Кстати, Дима, то сейчас батарейка заканчивается. Как, думаю, как сегодня... вина выпьешь, включай перескок. А вы присоединитесь к нам? Посмеетесь вместе с нами. А Гудман, это что значит? Хороший человек? Да. Хороший мэн, человек. Хороший человек не поставил бы стейки по 3,128. Отдохните от души, спасибо, ребят. Я думаю, что мы заслужим. Beauty, love, light, one star. Что это значит? Можно я поем заодно? Ползвезды. Половинка. Кушай, пожалуйста. Видел вас на турнире Городничего. Будем обязательно проводить турнир летом. Летом? Да. Летом на день рождения Илюшеньки будем проводить. День рождения весной у него в апреле. Мы будем делать на годовщину. Годовщину. Да. Мы начали встречаться, сколько нам было? 2000 год. 2000? Да. Мне было 23. Ей 25. Старушки мои 40 скоро. А знаете, говорит, 40-летних-то я нет. 15 февраля у меня день рождения, справляю два праздника сразу. День влюбленных, потом сразу же празднуем мой день рождения. А вот. У нас дочь это родилась всегда. Сразу после двух сыновей. Максимум да? 14. Блин. Но нам надо.
Хороший пример. Да. Ну, знаете, если честно, даже сейчас будет мальчишка, я, мне кажется, буду очень-очень рада. Сейчас у меня какие-то щеки какие-то огромные, может, я жирная стала? Ксюша выглядит на 20, а я, видишь, старею, у меня ощущения появились. А потому что ты такой злой, вот ты такой... Я не злой. Добро, это светлость, всегда вот молодеет, понимаешь? Индовер, вроде, как сказал, кубок Ешанькина будет вроде где-то в Екатеринбурге. Пока не естественно, знаем, мы открываем зал в Екатеринбурге, да. Поэтому, скорее всего, 45-45, по всей вероятности, Оксану не узнаешь, как всегда, она красивая, сделает, вы неотразимы. Спасибо. Только мне 45 будет через 5 лет. Принц, да, я на принц Чарминг из Шрека. Да, конечно. На кого только ремонт не похож. Единственный мотиватор у меня из-за тебя. Кубики появились. Отлично. Супер, класс. У нас... Не за что, зайки. Какое нужно иметь образование, чтобы быть организатором турнира? Какое? Бабло надо иметь. Вот почему и Ешанька у нас не организатор турнира. А, Ксане 39, реально. Старушка. Да, реально, друзья, супер. А может, на паспорт переделать? Не, попробуй просто. Чего я переделал? Приезжайте в Нью-Йорк, приму как родных. А что там, шприц нарисовал? А, нет, бутылка шампанского. А что ж как родных-то с шампанского? Со шприцом сразу. Слушайте, да? Разница в возрасте у нас полтора года. Да, где-то полтора. Полтора где-то. Полтора. Оксана всегда на позитиве. Ты это на запасе принимаешь еще? Гиптрал колешь? Позитиве. А как по-другому, ребята? Если грустить при нашей жизни, можно скачуриться очень быстро. Быть на позитиве. 691 привози. Спроси Якова, будет суперсервис. О, прикольно. Галстук увидел, нашел. Польза появилась. Ну, да, галстук потрясающий. Да, Линдовер перископ научил. А он перископит? Линдовер перископит? Да. Мы да. его подсадили, да. Нет, такие волосы. Мне кажется, для Линдовера, да, у нас обувь. Да, да. Для Линдовера перископ, это прям только дай поговорить, мне кажется, правда? Нет, он молодец, он на тренировке показывает, обучает, да. Да, смотри, вот для тебя сердечки не останавливаются, ты говоришь, что нет. Ой, сердечки. Прям наваливают мне, смотри, да. Розовые, зеленые, оранжевые. Класс. Красота. Локов говорит про мои тренировки, что вроде нормально. Вроде нормально. Иногда поправляет, но уже реже. То есть он самое главное объяснил, а все, что там непонятно, покажется. А можно я узнаю, Локов ругается матом на тебя? Что я охуенно пиздан, только говорит, да? То есть это... Но это не мат. А мы в выходные встречаемся? Выходные, Димон уезжает. Настя прислала, скоро приеду к вам будет. Да, Димон уезжает, как всегда, на выходные, так что... Я стала 15-го, он у нас дома, по-любому. А, на твой день рождения. Дима, тебе не идет материться. Вот, я тоже говорю. Не идет. К Локову идет, а ему нет. Лежит. Дмитрий, что скажешь насчет рыбьего жира для спортсменов? Даже и не для спортсменов неплохо. В Ютубе обзор на тайские каникулы, это что? Вот это раньше, что нас стебали когда? Да, наверное. Да, смотрели. На день рождения зовем всех. Вот кто рядом будет, всех зовем. На твой. То есть сказал день. Она сказала, день открытых зверей. Позовем всех. Я не справляюсь с моим днем рождения, но кто захочет, тот приедет, поздравит меня. 15 февраля. Двери открыты для всех. Не забывайте с собой еду. Фрукты. Ты что, Басков? Меня все с Басковым путают. Нет. Я Баскова тут видел в этом, на файтбазе приходит. Это брат Басков. На файтбазу приходит, я хотел с ним сфотографироваться. Надо будет сфоткаться и посмотреть на сам. Не, а что это было сейчас? Не знаю. На что это позвонил? Не знаю. Лайки есть, комментарии подвисли, да? Да, наверное. Скажите, нет, все нормально, вы... смотри. Вот мы вместе красим. Да. Вместе бреем, вместе бреем, вместе красим. У нас один стилист, и он нас красит вместе. Так вот, этот Басков говорит, проходил мимо зеркала, два раза кончил. А я не такой. Я два раза подряд уже не могу. Я не могу смеяться над таким. Простите, пожалуйста. Там кто-то тебе, когда ты тоже перископил... У Оксаны есть перископ, у нее батарейка села. Да, у меня есть перископ, только батарейка села, ребят. Простите меня, пожалуйста.
ты красивая. Нет, давайте на тебя поговорим. Нет, давай на тебя. Красивая. Нет, на тебя. Такси самая дешевая плата. У нас же реклама такси с вами. Да? А вы знаете, у меня майка Антипова. Антонович подарил. Мне Антипов сам, самолично. А, нет, подарил. Через жену передал. Ты думаешь, что Антипов тебя смотрит? Дизайнерская. Я думаю, что Антипов меня не смотрит. Нет, ты не такая звезда, что он тебя смотрел. Ну, у меня больше лайков. Я звезда меньше, а лайков больше. Ну, не его производство, наверное, просто дизайн. Хороший дизайн. Хороший дизайн. Самый дешевый такси 02. Пульсометр на руке. Какая модель? Да, модель синяя. Синяя модель. Я только свои часы попросту. Антипов из молодежки, что ли? Антипов у нас Мэнс Физик будет, звезда, Мэнс Физик. На будет Липе, бороться с Гусем. Я думаю, Гусь его дернет. Не, ну по-честному дернет. Посмотрим. Ну я думаю, дернет, если же дотянет. Они там сцены. Двоих передергивают. Простите, я не то хотел сказать. Я хотел сказать, что они дернут стены. Я думаю, хлопну. Сколько лет вместе? 14. Годовщина у нас. Денчик, прости меня, пожалуйста, я другой хотел сказать. Денчик, ты не слышал. Сразу удаляй. Сразу удаляй. Надо удалить это видео. Удаляй сразу. Простите меня, пожалуйста. Детей в ТА отдали уже. ЮЭС у нас ходит в Гераклион на персональные тренировки. Сергей Зубцов. Дети у нас есть, да. Старшему 13, младшему 11. Ригер поправляет по WhatsApp, как детский тренер по тяжелой атлетике поправляет ошибки. Ну и я немножечко тоже поглядываю. Давно на катке были, мы давно не были на катке. А меня зовут, кстати, знаешь, да? Куда? Блоков, я сегодня видела Блокова сегодня. Какую-то школу покататься. Привет от Лёшки. Лёшка, наш Лёшка. Да ладно. Сынуль, это ты? Ну-ка еще раз, если ты, то сердечко нам сделай. Два. Как мы познакомились? Это я. Ну как познакомились? Ты наш сладкий. Кек 228-322. Нормально. Засранец. Сынулька, привет. Да, ну, слушай, это уже не сынулька, тоже кто-то нам два сердечка. Кожуховский, здорово. Это мазок. Мазок, это твои коричневые сердечки. С Исаевым дружите? Конечно, это кто? Люблю. Что пьете? Чай? Чай пьем. А ты тартар будешь доедать? Да. Я по клубам соскучилась. Смотри, у нас что-то растет. А мы за рулем. Растет количество посетителей. Да, мы за рулем. Качаешься. Он за рулем качается. Так подкачивается иногда на качелях. Чуть-чуть немножко. Не, я что-то как штангу начал поднимать. Торт не сказали? Нет. Торт не сказали? Я вообще сладкое практически не ем, не люблю. Как-то так. Мы со всеми дружим, да? Да. Мы с кем ругаемся? Мы ни с кем не ругаемся. Мы с некоторыми мудаками ругаемся, а так мы и нет. Да и то мы не ругаемся, просто люди сами отходят, когда начинают завидовать, и ну, что они лохи. Я вчера видел этого, Жарова. Молодец, Ксю! Ксю, я! Я Ксю! Ксюха вообще молодец. Опять такси нам? А чё, я за рулем, мы же не выпивали, нам такси не надо. Что кроме сальто еще прыгаешь? Что еще прыгаешь? Я или ты? Я. О, ты? Дима. А, Дима. Я Дима. Дима, я в нашей семье. Что ты еще делаешь? Да он все делает, ребят. Дал-дал делает. Мне как-то дал-дал, это не с тяжелой атлетикой как-то у меня связано. Нет? Нет. А все время какой-то... Физик? Нехороший, мне кажется. Сколько частушек. Мамуля и папуля. Мамуля, папуля, очень красиво. Спасибо, детки. Спасибо. Ладно. Простите, что мы вас дома оставили, а сами пошли гулять. Но нам тоже надо иногда погулять вместе. Нам на двоих 78. На двоих 8. Супер, кстати. Привет очень из Нижнего Новгорода. Ну, если разница там кому-то давайте 50, а кому-то чай. Там... Давайте пить чай. Мне кофе принесли, 25, мне уже кофе принесли. 30. У меня остывает мой десерт. А что вы на десерт предпочитаете? У меня на десерт... На параллельных брусьях. Что на параллельных брусьях? Что я делал на параллельных брусьях? Задайте еще раз вопрос. Пожалуйста. Что ты делал на параллельных брусьях? Параллельные брусья. Вообще-то параллельные брусья у нас есть вот эти, это мужские, а у нас идет одна верхняя, другая нижняя жизнь. Я делал очень сильно. Да, очень хорошую делала комбинацию в спорте международного класса. Первый чемпионат России вообще. Если честно, еще сборная СССР была. Я вообще старая спортсменка. Спортсменка настоящая. Спортсменюга. Знаешь, мне как-то так было. Спортсменюшечка. Недавно я увидела, кто-то написал, да она какая-то там всего лишь там гимнастка.
А так вообще она жена Ежанькина. Я думаю, нормально вот у людей в жизни. А прикол, я пришел на свидание по гимнастике, мне говорит, а это кто? А это муж Николаевой. Мне так приятно было это слышать. Ладно. Ребятки, что, мы пойдем это? Доедать тартар. Доедать тартар. И до вечернего эфира. Во время того, когда ты будешь пить вино. Я потом не смогу. Что потом? Ладно, ребятки, до свидания. Всего спасибо пока, вам удачи. Большое. Пока, детки, мы скоро к вам приедем. Целую вас всех. Спасибо вам большое за поздравления. Нам очень-очень приятно. Пока.